Привет, Мариманы. Ну что, нас 500 человек подписчиков, ура! Как и обещал, показываю детальную инструкцию по трюку с тремя запущенными X51 на Авенджере. Для того, чтобы упростить задачу, заходим в настройки, игра, переключать управление на новый юнит. Включаем эту опцию. Тренироваться лучше, разумеется, на ботах, но в реальном бою все то же самое. Вначале нужно, чтобы оппонент, по которому вы будете работать, был в засвете, так что летим светить. Это связано с тем, что время полета X51 ограничено. Через какое-то время они самоликвидируются, так что желательно сразу знать и видеть свою цель. Также учитывайте, что трюк хорошо так расходует очки перезарядки на авианосце. Выбираем Avenger и поднимаем камеру вверх. Это для того, чтобы ракеты не разбились о палубу авианосца. Далее запускаем дрон и сразу нажимаем на тормоза. После чего быстро-быстро нажимаем на иконку X51. Вначале сразу вылетят две ракеты и через какое-то время еще одна. Надо будет дождаться этого момента. Ну, в общем-то и все, атакуем. Чем длиннее взлетная полоса авианосца, тем проще трюк провернуть. В крайнем случае авианосец можно просто направить вперед, чтобы он тоже двигался. С Валькирией трюк тоже работает, но бесконечно крутить его не получится, так как очки перезарядки у нас ограничены. Что ж, тренируйтесь, хороших вам боев и всем пока!